Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш Patreon. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Когда Россия только начала полномасштабное вторжение, в Кремле были уверены, победа будет легкой и, что немаловажно, красивой. Так, чтобы вся планета вдруг осознала, наступил тот самый новый мировой порядок, о котором говорил Путин. В мире установился новый мировой порядок, и западные страны не могут с этим смириться. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Именно поэтому в Генштабе РФ решили устроить шоу с десантом под Киевом. Так, чтобы вертолеты с бойцами ВДВ внутри летели над столицей Украины, а вся страна гордилась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Но уже первые же часы спецоперации что-то пошло не так.